Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Honor 70 Lite. И сейчас я вам покажу, как включить режим энергосбережения на этом телефоне. Итак, открываем приложение «Настройки», опускаемся вниз и переходим в раздел «Батарея». Далее здесь переключаем этот тумблер, энергосберегающий режим. И таким образом мы включили режим энергосбережения. В таком режиме с 62% заряда наш телефон способен проработать почти 29 часов. Чтобы его отключить, также переключаем этот тумблер, и режим энергосбережения отключается. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!